сияющие кришталі уводять будучих геологів у казочне царство природи. А гэта ўжо не казка. Мініатурныя прыёмнікі ловяць радыёстанцыі ўсяго свету, зроблена гуртком электратэхнікаў. Ёсць у палацы свая суднаверф. Тут любяць мора. У Мікалая Бурака таксама марская душа. Так пачыналі калісьці многія вядомыя мастакі Беларусі. Для мінскіх школьнікаў іх палац стаў другім родным домам. Тёпла павіншавалі імяніннікаў, міністр асветы БССР Халіпаў, старшыня Рэспубліканскага савета піянераў і школьнікаў Піёнава, паэтэса Эдзі Агняцвет. Для дзетвары сталіцы гэта быў радасны дзень. А тут, уявіце самі, завтра усім нам, выхаванцам Мінскага палаца піянераў, споўніцца 30 год. Гэтая ноч. Зранку свята. Непростое, незвычайнае яно, а такое, пра якое усе мы марылі даўно. Рыхтаваліся заўзята усе гурткі ў перганкі. Падарунак добры святу не зрабіць нам не з рукі. Усё, чаму вучылі нас, дорым мы табе, палац. Узнімаемся да зорак. Мара кличу да лячынь. На магутнейших моторах кожны з нас за ёю мчыць. Пачыналі так калісьці і Гагарын, і Титул. Кожны з нас ужо з калыскі касманаўтам быць гатоў.
хочешь, станешь капитаном. Шлях от шини на тебе. По морах и океанах поведешь свой корабель. Ну, а может, есть охота будовать это махут? И такая есть работа у палаца с юных год. Важным будешь, дужим, загартуешься, як сталь. И нехай не кожный дружа чемпионом зможе стать. Да палац дае путёлку, каб завсёды в боротьбе мужность, спрыт, отвага, ловкость не покинули тебе. Хороство родимы нашей, песенное диво. Нездарма же сдавна кажуть, надто шурадлива Беларусь моя сторонка судом остаками. И рыжая плутовка! Ай-яй-яй! Такая хорошая девочка пришла к нам в лес! А вы как гостей принимаете? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Слушай, это, Сашенька, ты больше на них нападай, на лису и на волка. А ты, лиса, волк, боитесь вы страшно, боитесь. А сейчас вы просто так делаете, не чувствуется, что вы боитесь. Вы смертельно боитесь медведя. Вам понятно? Знайдете такого цеха у дорослых. Тут працуют сказок розных, саморобки кросны. Девчинкам гэта справа по душы. Вясёлку их вырабы заззяли. А по-другое, сами здольны шыць сукенкі модныя да заўтрашняга балю. Вось мамам, дзе па праву ганарыцца. Не дзеці, а сапраўдныя майстрыцы. Апошні конкурс. І зусім не важна, каму тут дастанецца першы прыз. У выпадках такіх, калі дакладна ўзважыць, усе пераможцы. Ці не так, сябры? Нам дружба стала лепшим заповетом. Яе сцяжынкі праз жыццё ляглі, як промні веснавога ясноцвета, авеяннага водарам зямлі.
вас сябры. Ваших мам и тат, якія дзецьмі так само ходили у палат, с великим святом. СССР стал праздником пионерии республики и всех его друзей. Усих, и детей, и дорослых, объединяло пионерское свято. Щиро витали сегодняшних наставников и былых выхованцев палаца. Для кожного гуртковца частинкой життя стали биографии ветеранов, ровесников Павлика Морозова, Жоры Сосновского, Миколы Баня. Юные ленинцы 30-х годов. Яны росли разом с першими колгасами на Полесье, с легендарным комсомольском на Амуре. Завоеванную батьками счастливую долю дала им краина советов. Свой палац. Як только отчинились его дверы, тысячи допытливых знайшли тут заняток по душе. Кольки год прошло с того часу. Кинохроника захавала мирные краевиды, что малявали мы до войны. А уже грукотала побач черная навальница. И Михаил Иванович Калинин от имя советского урада узнагородил белорусского пионера Миколу Баня. И он затримал фашистского диверсанта. 1939 год. Сярод юных героев Великой Айчинной были и выхованцы Минского палаца. Герой Советского Союза, летчик Леонид Бутелин, юная разведчица Люда Зарецкая.